Егеря открыли охоту на птиц, правда, вместо оружия взяли в руки фотоаппараты. Ездят по озерам и болотам, чтобы запечатлеть уток и гусей. Каждого пернатого вносят в список. Зачем нужна птичья перепись, расскажем в следующем сюжете. Вот два черка плывут, три скунка. Глаз-алмаз, так в шутку Сергея Турковского называют коллеги. Работает он егерем. И с расстояния в сотню метров без труда разглядит широконоску, серую утку или чернить. Каждое лето Сергей вооружается биноклем и устраивает засаду в камышах, чтобы подсчитать взрослых птиц и их выводок. Лучшее время – раннее утро или поздний вечер. Тогда пернатые вылетают из своих гнезд, а вот днем часто прячутся от жары. Учесть каждую крылатую особь, конечно, невозможно. Поэтому специалисты идут на хитрость. Пересчитывают взрослые пары, а затем суммируют. К ним еще и птенцов. Ведь каждая птица откладывает определенное количество яиц. Одна кряква водит с собой до 13-14 птенцов. Вот. Черок, трескунок, свистунок водят в основном свой выводок парами. То есть самец и самка. Это все у нас есть специальная ведомость. Мы туда все это заносим. И потом есть у нас сводная ведомость, где там делаются подсчеты, расчеты уже старшими егерями. На одно и то же болото приезжать приходится несколько раз. Сразу всех обитателей можно не увидеть. Перепись пернатых в регионе проходит ежегодно. В прошлом егеря насчитали более 1 000 000 водоплавающих птиц. Но визуально можно сказать, что больше с прошлым годом не стало. Значит, мы по нашему хозяйству, допустим, учли в 2015 году резкое снижение по речной утке. Порядка в 2 раза. По остальным, значит, видам примерно на уровне прошлых лет. Поэтому вот можно констатировать, что увеличения-то особого не наблюдается. Но, по крайней мере, на водоемах это единственное хозяйство. А если увеличения популяции нет, это может означать красный свет для охотников. Отстрел обычно начинают в конце августа. И учет птиц ведут для того, чтобы понять, на сколько дней в этом году открывать охоту и открывать ли вообще. Например, 2 года назад, после очередной переписи, южноуральцам уже запретили добывать уток. Подсчет птиц будет идти ровно месяц, до 20 августа. Александра Алексеева, Артур Ишпулатов, Леонид Новожилов, ОТВ, информационная служба медиагруппы «Знак».